Привет! Сегодня у нас выходит новая рубрика Let's Play от Макс Ричман. Думаю, она вам понравится. Итак, поехали! Пу! Так, сейчас угадаем канал Creosan. Не знаю, знаете, не знаете. Так, ваш персонаж женского пола? Нет, там одни мужчины. Так, ваш персонаж старше 30 лет? Наверное, да. Этот персонаж живет сейчас в Москве? Нет. Ваш персонаж хорошо знает русский язык? Да. Ваш персонаж знает вас? Ваш персонаж еще жив? Да. Да, украинец. Ваш персонаж занимается политикой? Нет. Ваш персонаж певец? Нет. Ваш персонаж скорее из мира юмора? Грузимся вашего персонажа. Показывает по телевизору? Скорее нет. Ваш персонаж прославился благодаря YouTube? Да. У него есть дочка? Я не знаю. Так. Ваш персонаж добрый или одновременно? И одновременно злой? Наверное, добрый, скорее всего. Ваш персонаж стал знаменитым благодаря компьютерным играм? Нет. Ваш персонаж использует матерные слова? Ваш персонаж управляет молниями? Ну, было такое дело. Ваш персонаж имеет отношение к атмосферному электричеству? Может быть, да. Так, угадали. Это вот такие люди, но это не именно не канал Creosan не показали. Хотя вот Creosan. Да, угадали. Ты прав. Так, угадываем Янго. Знает ваш персонаж знает вас? Не знаю, наверное, нет. Ваш персонаж женщина? Нет. У вашего персонажа есть российское гражданство? Нет. Ваш персонаж человек? Естественно. Ваш персонаж актер? Наверное, нет. Ваш персонаж старше 30 лет? Нет. Ваш персонаж певец? Возможно, частично. У него же есть клипы. Так, ваш персонаж хорошо знает русский язык? Естественно. Вашего персонажа больше миллиона подписчиков на Ютубе? Естественно. Ваш персонаж имеет отношение к маслу? Наверное, нет. Есть ли у вашего персонажа собака? Да, Джей. Ваш персонаж был на свалке? Может быть, да. Так, ваш персонаж имеет отношение к шоу «Украина. Мой талант»? Наверное, нет. Так, ваш персонаж с канала Джек Белозеров? Нет. Руслан? Что за Руслан? Нет. У вашего персонажа есть родинки на лице? Я не знаю. Вы мне ваши персонажа две буквы? Нет. Да, две. Я и Н. Ваш персонаж живет на четвертом этаже? Откуда вы я могу знать? Молодец, угадал. С горем пополам. Так. Сейчас будем следующего угадывать. Так, нажимаем кнопочку «Играть». Так. Ваш персонаж женского пола? Да. Мы будем угадывать Сашу Спилберг. Я сразу придумал. Так, ваш персонаж когда-нибудь рожал детей? Думаю, нет. Так, вашему персонажу больше? Вроде да. Так, живет ли ваш персонаж в Москве? Да. Ваш персонаж снимает войны? Нет. Так, ваш персонаж занимается магией? Думаю, нет. Так, ваш персонаж имеет отношение к каналу ТНТ?
Да вроде нет. Ваш персонаж связан с медициной? Нет. Так, ваш персонаж прославился благодаря YouTube? Да. Так, ваш персонаж сражался с демонами? Вроде бы нет. Ваш персонаж снимал летсплей по хоррорам? Ну, да. Outlast, помните? Видео. Есть ли собака у вашего персонажа? Аж две. Дасти и еще. Да вроде нет, не снимается на канале LED. Так, есть ли у вашего персонажа метла? Ну, думаю, да. У всех людей дома есть метла. Имя и фамилия вашего персонажа начинается с одной буквы? Да. Ваш персонаж снимает влоги? Да. Неделя влогов была. Да, Саша Спилберг. Угадал. Так. Молодец. Сейчас будем дальше. Видео подошло к концу. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал Макс Ричман. И всем пока!